В общем, с момента последнего видео я успел сдохнуть и потерять всю еду и все деньги. Но к тому моменту, как я сдох, оказалось, что я так давно не сохранялся, что мне было лень снова ждать до хрена времени, чтобы стать друидом. И, ну, в общем, я забил на то, что я там потерял какое-то количество денег. Поэтому сейчас я пойду и попробую ограбить этот форпост с мобами, которые в прошлом прохождении давали мне пизды. Это стандартная ситуация для шестой части. В отличие от... Чё-то вообще? Я знаю, что я сейчас буду делать, короче. Я буду делать вот так. Yes.
Yeah.
Got it. Yeah.
Где? Как их завел? Фига там меджа. Просто чтобы ты понял. Так, сейчас к тебе с Кади обращаюсь. Это вот так, короче, здесь ломают амуницию. Здесь ломают все, здесь ломают кольца, перчатки, амулеты, все вообще ломают. В последних этапах игры ты весь ходишь поломанный. При этом, блин, они вообще не проработали, короче, никак, абсолютно, аспекты, связанные с кузнечным делом, там, с какой-то починкой. То есть, ну как, она, блин, есть и все. Вот тупо это скилл, который ничего, кроме починки, не делает. Это просто поражение. Только сейчас я понял, что я же еще и наемников своих потерял. Yeah.
On my skill. It's fixed. It's fixed. That's beyond my skill. It's fixed. There's nothing I can do for you. It's fixed. Here. Thank you.
Башни. Greetings and salutations. Hello. Greetings. Greetings and salutations. Hey, you. It worked. Идеально. Greetings and salutations. Greetings and salutations. Hello. Это тоже классно, она дофига золота берет. Greetings. See anything you like? Oh. That's beyond my skill. Aha! 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 That's beyond my skill. Thanks. Come again. How are you? How are you? Hey, you over there! Hi. Hello. Hi. Это другое дело. Надо было додуматься древним, поставить в своих городах систему ПВО. How are you?
чтобы сбивать летающий мразь вроде меня. How are you? How are you? Hello. Hi. Hello. Spirit, the magic of life. На самом деле я сейчас понимаю, что надо было на клирике оставлять чисто бади. Hello. А спирит и майнд передавать нам на друида. Ну хз, посмотрим.